находимся в экопарке Поляны, где наша компания «Бау-100» производит монтаж 6 каркасных домов по технологии «Дом Технониколь». Мы строим по этой технологии уже более 3 лет. Все процессы строго регламентированы. Простота монтажа, экологичность, отсутствие необходимости тяжелой техники. И ошибиться, в принципе, невозможно. В данный момент на одном из домов бригада производит монтаж внутренних перегородок. В процессе монтажа мы используем рулонную отсечную гидроизоляцию компании «Технониколь». Отсечную гидроизоляцию обязательно необходимо использовать в месте контакта материалов с разной гигроскопичностью. Материал производится в 3 размерах – 20, 40 и 60 сантиметров. В данных домах мы используем 20 сантиметров шириной для внутренних перегородок и 40 сантиметров для внешних стен. Монтаж данного материала очень прост, не требует никаких специальных навыков либо какого-то оборудования. Просто наносится мастика, после чего раскатывается материал под площадь прилегания перегородочной стены. На данных домах мы используем широкий спектр продукции «Технониколь», в частности, экструдированный пенополистирол, каменная вата, пары гидроизоляционной пленки, подкладочные ковры серии Next и гибкую черепицу Shingles. Подкладочные ковры Underwrap серии Next мы используем не в первый раз, потому что они отлично себя зарекомендовали скоростью и простотой монтажа. Более того, это решение экономически выгоднее традиционных подкладочных ковров, которые мы использовали ранее. Отсечная гидроизоляция – это очень важный элемент конструкции каркасного дома. При этом он доступен по цене, и всем, кто занимается строительством каркасных домов, я бы обязательно рекомендовал его к использованию.